Всем привет, с вами Беттер, со мной Некит. И здорово. Сегодня мы откроем 4 капсулы с наклейками команд и автографами игроков. Вот так вот. Понеслась душа в рай. Душа в рай. Кстати, только что закончился гранд-финал, в котором Астралис выиграли на третьей карте Train 16-14, стали чемпионами в Virtus Pro. Да. Virtus Pro оказались, как всегда, в жопе. В Оланде. На втором месте, ё-моё. Ну, бывает же огорчение. Не пошло. Огорчения бывают, да. Ну что, попробуем открыть? Ты объясняй, что могут из этих капсул? Давай вначале откроем легенд. Ну что, могут... наклейки? Может упасть, да, может упасть команды, командные наклейки. Высоко, вот, голографическая самая дорогая, или металлическая. А я откуда знаю, какая самая дорогая? Да? Я не видел. О, ну что, давай, попробуем? Давай. Гейбушка, лови. Гейб, кефиру я ему вчера дал, давай. Да, кефирчик. Ой, баланда. О, турнирная наклейка голографическая. Я просто не понимаю в этих наклейках нифига я вообще. Я тоже почти ничего не понимаю, но... Потом прочекаем. Давай прочекаем, сколько он стоит. Давай сразу, да, прочекаем. Найс. Видно, Хиробора. Не судьба. Ладно, хрен с ним. Давай теперь автографы. Не судьба, посмотреть там, короче. Ух, ёж, крымдык. Тут одни металлические. Гейб на туре, блядь. Разорился, смотри. Знаешь, кого я хочу? Кого хочу? Кого ты хочешь, то тебе не выпадет, понимаешь? Хочу. А чё тут-то? Хочу. Ни хрена не видно, блин. Маленькими такими буквами написано. Братан, не выпадет тебе. Вот, Virtus Pro, давайте мне Пашу бицепса. Да. Или же. В 2005-м проверяй. Или же из Тевса. Тевса, давайте. Погнали. 2005-й переместись, Гейбу въебало, дай, он тогда тебе принесет. Давай! Что это за ноунейм? Это мой батя. Это Steam Liquid. Лол. Что за фигня, Гейб? Сколько стоит, интересно, в линатуре? Просто не пойму. Что за фигня, Гейб? Ты меня не уважаешь. Да не хочешь. Ну-ка попробуй, повтори. Не хочет, ты видишь? Что-то тупит в последнее время инвентарь. Ладно, хрен с ним, погнали. Давай, ладно. Понеслась. О, вот Virtus Pro сам. Или, о, какая здесь. Хера себе. Ну тут, ну смотри, вот по-любому тебе, смотри, вот тебе выпадет баланда. Баланда, конечно, баланда. Гейб конь тебе, уважает, конь. Поэтому... Нави. Дави. Гейб ни у кого Нави, не может. Нави, кстати, вылетели из турнира, как вообще плохий последний. О, конь! Конь, ё-моё, что ты прям предсказатель будущего, отвечаю. 2006 года, я Ванга. Голографическая опять, почему а металлическая вопрос? Не падает? Мне интересно. Мне мама всегда говорит, что я Ванга 2006 года. Алло, давай последний, да? Да, и этот. И посмотрим, может, что-то обновилось. Напоследок, давай. Стой. Тебя, короче, знаешь, тебе выпадет, блядь. Вот баланда это посередине справа самая. Проверяй. SK Gaming? Да, наверное. Ну, тыкни этой, курсором я тебе скажу, да или нет. Не, нижняя, да, это вот так. Это Фнатик, ё-моё, металлическая. Проверяй. Хорошо, если она упала. Не знаю я, ё-моё, ну одни голографические. Бля, ну, смотри, близко видал? Ну, бля, видишь? Virtus Pro, ну, кстати, Virtus Pro. Хорошо, смотри, какая этот лев там, блядь, вообще бык. Второе место, козлы, второе место. 2017. В них вообще все верили, потому что они станут чемпионами в этом турнире. Бывает там, блядь. Так, конечно, смотри, люди хотят отдыхать. Там посрать человеку надо, то этот. Сколько они стоят? И с этим Нави я вообще не угадал. И вообще большинство людей не угадали. И оказались в жопе. Говне. То есть не всех подставили просто. Сколько она стоит? Где? Вот она. Но она не показывает, сколько стоит. А ты по... А, во. 147. 700. Ну, кейс я купил, это радует. Капсулу, как точнее. Без... Вот. Ты потом замажешь эту хуйню. Капсулу я купил. Мое лицо оставь вот это дудосерское без зубов этих. Вот. Ну, в общем, как-то вот так вот. Да. Счастья, здоровья. Друзья. Да, если видос понравился. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Кстати, сейчас идет скидочка 75%. Не знаю до какого числа, но успейте покупать капсулы. Счастья, всё. Здоровья. Всем пока. Позитива. Позитива. С вами был Беттер, Некит.
До свидос, по-моему, дос. И попрощаемся с мажором Атланта 2017. Пока-пока. До свидос.